ты зачем мне портишь жизнь? Я обычный игрок. Давай 100 рублей, я отстану. Ты что меня к себе телепортируешь? Ты что ты делаешь-то, а? Хорош! Че, его убил, что ли? Ты что творишь, а? Хочу, я ору! Тань, я строил это все, ну что ты творишь? Забанит. Ты зачем меня забанил? Дорогие друзья, вот-вот, кстати, я нашел, начал эксперимент такой. Я просто играю за обычного игрока. Просто за обычного игрока. Я типа строю дом, я вообще никто. И меня вот начинает владелец бить. То есть я начинаю вот таких вот проверять. У меня ник Дингомен, у меня ни разу такого ника не было. О, меня еще и к себе телепортирует. Это владелец вот меня к себе телепортирует и убивает. Вообще прекрасно. Вообще прекрасно. То есть меня люди к себе телепортируют. Убивает. И вот, меня даже два владельца сейчас убивает. Потом мы со всеми ними решим проблему. Я не могу сейчас на самом деле ничего сделать от своего ника, потому что я не обладаю никакой привилегией. Слушай, что ты меня бьешь? Хватит! Так, я не знаю, как с ним связаться. Хватит! Что тебе надо? У меня нет ничего. Нет, подождите, нет. Хватит, что тебе надо? Понимаете? Такая здесь... Ой, сейчас он разозлится. И просто вот это прикольно. Я играю за обычного игрока, а владельцы сервера начинают беспределить. Потому что у них, собственно, есть права, как... многие права есть. Банки, все у них есть. Хочешь, чтобы я тебя отсосал, как будто такое ощущение? Давайте увеличим, что там написано. Хочешь, чтобы я от тебя отстал? Ну да. Хочу. А что ты... Ну а что ты... Так. Одинаковые сообщения запрещено писать, я понимаю. Прям издевательство какое-то. Хочу. Ну, и чё, ну. Чё тебе надо от меня? Вот так здесь все владельцы беспределят, а мы будем искать их и наказывать. Пошли в скайп. Ну, пошли. Говори его. Чё же ему надо-то от меня, интересно? Сейчас узнаем. Вообще владельцы беспределят, это, конечно, прям... Егор ЛКФ. Егор ЛКФ? Ну хорошо, сейчас, дорогие друзья, подождите немного. Сейчас будем ему звонить, этому идиоту. Сейчас. Алло, блядь, это ты этот Даунс Майнкрафт? Слышь, ты зачем мне портишь жизнь? Я обычный игрок, ничего не делаю, не мешаю. В смысле, блядь? Давай 100 рублей, я отстану. Какие 100 рублей? Игровых денег, мани? Нет. А настоящих, каких? На Киви. 100 рублей? Ты что, мне деньги помогаешь? Да. Ну да. Ну. Если хочешь, чтобы я от тебя отстал. Ну, ты что хочешь сказать? Ты сейчас что-нибудь можешь здесь взять и сломать мне, что ли? Могу, смотри. Да не надо, я тебя прошу, не надо, пожалуйста, мне. Смотри, бля. Ты что делаешь? Да все, погоди, да погоди ты. Ты что делаешь? Да погоди ты! У меня эти штучки, ты чего? Совсем что ли? Я их столько делал. Да ты что делаешь-то? Слышь, да хватит. Ломай! Ну а что тебе надо от меня? Какие 100 рублей? Я тебе что, миллионер что ли? 100 рублей? Ты... Слышь, это... Хорош! Ты чё? Давай я тебе сундучок поставлю. На, ложи, да. Ну зачем ты так делаешь, скажи? Думаешь, привилегии чё, всё можно теперь, что ли? Я не понимаю. Да. Ну а зачем ты так делаешь? Нет, ну, у меня... Так вот надо. Ты почему из меня деньги вымогаешь? Я обычный игрок, ничего тебе не сделал. 100 рублей у меня нет. Ты, блядь, понимаешь? А мне они нужны, придется где-то тебе достать. У меня нет 100 рублей, ты понимаешь? Я обычный игрок, я добываю... Давай на второй этаж, дуй, блядь. Я не могу, ты же мне поставил сундук здесь. Я же обычный... У меня нет никакой привилегии абсолютно. Сюда не, иди. Не ломай мой дом, я тебя прошу. Заходи вот сюда. Ну не пожалуйста, я тебя прошу. Заходи и правее иди. Все, стой там. Слушай. Ой, бля, воду пить. Да я тебя прошу, ну не трогай ты мой дом, я тебя прошу просто. Децл. Я сейчас хом могу прописать, ты понимаешь просто? Вот и все. Вот, слышь, блядь, не... Да все. Ты, сука, сюда иди, блядь. А ты зачем меня убиваешь? Нельзя этого делать. Ну ты грифер прям полный. Уверен, бля? Уверен. А если я жалобу на тебя подам? Я так уверен, пиздюк. Если я жалобу на тебя подам? Ты малолетний пиздюк, нихуя ты не сделаешь. Ты чё меня к себе телепортируешь? Ты чё ты делаешь-то, а? Да хватит, что ли? Давай полетаем. Да хорош, ты мне играть не даешь ни черта. Хорошо летаем?
Да отстань ты от меня, я на тебя жалобу подам сейчас. Стой, смотри, смотри. Чё, ты смотри, где? Смотри, что я умею. Я тебя не вижу. Отстань от меня. Смотри. Куда смотреть? Ой, блядь. Видишь вот этого чувака? Какого чувака? Ты меня к себе даже не тяни. Где? Видишь? Я не вижу, ты где? Во, я чувака к тебе такой. А теперь смотри. Смотри. Хочешь, покажу прикол? Ну, какой прикол? А теперь его нету. Ты чё, его убил, что ли? Да. Да ты нахрена убил чувака? Ты чё делаешь? Смотри, ты с него вещи, да, подобрал? Ну, я случайно подобрал. А теперь тебя нету в живых. В смысле, меня нету в живых? Ой, блядь. Я кил... Блядь. Слышь? Ой, теперь тебя нету в живых. Да ты чё творишь, а? У меня ресурсы там бы, я жду... Это не твои были ресурсы. Да ты болван, я с дома строил. Я тебе на спам. Болван ты. Вот сюда встал. Отстань от моего дома, я тебя прошу. Бегом. Отстань от моего дома, я тебя прошу просто. Смотри, блядь, сюда встал, иди сюда. Да не ломай ты мой дом. Да не ломай мой дом, я тебя прошу. Я устал. Да отстань ты от меня. Что мне сделать, чтобы ты отстал от меня? Что мне сделать? 100 рублей. Ну как мне тебе 100 рублей дать? Вот да ты задолбал уже, ну реально. Ты поиграть дашь мне? Нет. Нет! Ты чё орёшь-то? Хочу, я ору! Ты больной что ли совсем? Тебе кто привилегию, деньги дал? Кто тебе денег-то привилегию дал? Мамка! Мамка? Мамка! Ты мамка? Да хорош, я тебя прошу просто, чё ты делаешь-то? Тебя ебу. У меня нету 100 рублей, понимаешь? Я не миллионер. В смысле, блядь, не миллионер? Я скрины на тебя делаю, понимаешь? Все. Давай, я... сдохни, пидор. Да задолбал ты уже, да я тебя прошу, хватит. Я никого не долбал. Заколебал ты, урод поганый, я ненавижу тебя вообще, понял? По себе несу, тварь. В зеркало посмотри. Уйди из моего дома, тварь, ты бесишь меня. Здесь админы есть, они тебя забанят, тварь. Удачи. Да хватит, слушай, отстань, я тебя прошу. Ну я тебя прошу, отстань. Ломаю, да задолбал, да не ломай ты мой дом, болван, что ли ты глупый? О, сломал. Хватит ломать. Смотри, вещички тут. Да хватит ломать. Тут много вещей, иди подбирай. Хватит, ну пожалуйста, я все это добывал. Я тебя прошу. Ладно. Ну ты че творишь? Ты болван, что ли, глупый? Хуль ты там ноешь? Да ты болван, потому что тупорылый. И все, иди отсюда. Ну сломал хоть чуть-чуть и все, отстань. Отстань, я строил это все, ну что ты творишь, владелец сервера поганый. Хватит. Какие у тебя что, все права есть, что ли? Да, блин. Выдать в донат, выключить сервер, доступ к консоли. Да ты ломать можешь, ну хватит, пожалуйста, что ли. Ну я тебя прошу, я же... Стой, смотри, видишь эти вещички, да? Прыгай за ними, прыгай за ними. Не пойду. Быстрее, а то пропаду. Да не буду за ними прыгать. Быстрее, быстрее. Ты меня убьешь все равно. Дом, там твой новый дом. Ты меня быстрее, да что ты мне втираешь? Пошел ты нахер. Быстрее падай, ты дурак, быстрее. Быстрее падай. У меня все... Падай, падай. У меня ресы все, да что ты... Хватит. Урод. Ты урод, у меня здесь дом был, я же его строил, чё ж ты делаешь-то? Я ломаю. Чё ты пристал-то, а, я тебя... Чё, у меня нету 100 рублей. Ну, тогда приедь отсоси. Да всё, ну хватит, я прошу. Тебя забанят, понимаешь, тебя забанят, так нельзя делать, тебя забанят. Как на слизи? Тебя забанят, все, тебя забанят, понимаешь? Тебя похую забанят. Все, тебя забанят, я скрин от тебя. Похуй забанят. Тебя забанят. Заебал! Да все, ну хватит, у меня и так уже ничего нету. Мне похуй. Ну хватит. Я этот да дом... Да охуел убираться. Я так дом это долго строил. Да хорош уже, я тебя прошу. Да ты заебал вещи подбирать, нельзя, блядь. Ты болван, я не пойду домой теперь, все. Пока ты не уйдешь оттуда. Уже ушел. Я все, я вообще не хочу с тобой играть. Сейчас скайп сброшу. Все, пошел ты к черту. Нет. Урод поганый. Что с ним делать вообще? Урод. Ну, может сейчас позвонит, перезвонит, наверное. Ему 100 рублей надо. Перезвонит, наверное. Ну, звони. Че, не будешь звонить? Ты охренел, что ли? Хорошо. Ты даже мне не перезваниваешь, что ли?
Да я, блядь, хотел только звонить. Отстань от меня, я тебя прошу. Нет, у меня 100 рублей. Нету, понимаешь? Отстань. Так приедет, соси, шалава, ты местная. Чё тебе от меня надо, а? Ну, пожалуйста. Отсоси у меня. Всё. Не могу, вообще всё. Жалобы я тебя уже в группу отправил. Понимаешь, ты что ты там пишешь вообще? Не пиши! Ты что ты пишешь? На вас наложили великую печать бана. Слышь, ты, да? Ты очепушел, что ли? Ты меня забанил на сервере, что ли? Ты что творишь, слышь? Попробуй зайти, мудак. Ты вообще ни за что забанил? Ты баран, что ли? Попробуй зайти. Ты что творишь? Зайди на сервер. Я не могу уже зайти, ты меня забанил. Я тебя кикнул, мудак. Ты меня забанил, идиотина. Я тебя кикнул, это я причину такую написал. Да ладно, ты издеваешься? Да нет, ты меня забанил. Я тебя кикнул, дурак. Кикнул? Ну вот я пытаюсь зайти сейчас. А, я зашел, да, смотри, фух. Че, классно, да? Да, классно. Нравится сервер? Да, очень нравится. Отстань от меня, я тебя прошу. Отстань, ну что ты пишешь там опять, баран? Да все, хорош. Забанен. Моя нога больше, чем твоя пися. Что ты сделал, урод? Забанил. Что ты сделал, урод? Я тебя забанил, я тебя забанил. Ну все, хорошо, сейчас с другого своего аккаунта зайду. Подожди, сейчас. И хули ты мне сделаешь? Да, ничего тебе не сделаю, сейчас, подожди. Ну все, дружочек, я зашел за другой ник. Че ты мне, блядь, сделаешь, нищеброд? Ну, что я тебе сделаю, дружище? Какой ты хуй это сейчас? Какой у тебя там ник-то? Иди-ка сюда, малышок. Привет. В смысле, блядь, кто мне это похуй? Кофе Крис. Ты кто такой, блядь? Кто я такой? Блядь, знакомый ник, ёпта! Ребята, всем привет. Смотри. Знакомый ник, ёпта! Сейчас будем банить урода. Все, ты понимаешь, что тебе конец как? Мы тебя будем... Ушел отсюда, с сервера! Мы сейчас будем... Я тебя знаю! Мы сейчас будем банить тебя с консоли этого сервера, потому что ты... Я тебя знаю, Я записывал на видео, урод ты поганый, как ты... Я тебя знаю, ты антикрипер шоу снимаешь! Ну ты, блин, хоть что-то ты знаешь, прикинь. Ушел! Куда уйти? Сейчас, сначала сначала пропишу вот так вот. Сначала мы тебя кикнем, дружочек. Слышь, ты поганое говно. Мы тебя кикнем. Смотри, мы тебя кикнем. Даже написано сейчас. Блядь. Он грифер, смотри. Оп. Он грифер. Мы кикаем тебя с пояснением, что ты грифер, дружище. Ненавижу таких, как ты. Вообще блядь, вас... я пароль забыл, ебаный урод. Вообще вас много таких владельцев сервера, кто беспредел... Она... А он тебе больше не понадобится, пароль-то твой. А понадобится. До свидания. Какой тебе? Все, сука, соси, соси. Блядь. Конечно. Да, соси, соси, соси. Да, сейчас. Моя писька входит в твой рот. Он, сейчас я там пишу пояснение. Так, я... Что? Он грифер ебучий, что непонятно? Разбой! А за что тебя разбанил? За то, что за все. За то, что за все? Да! Это за что за все? За все, за все! Ты понимаешь, что ты беспределил? Нет! Мы... Ты зачем меня забанил? Все, я думаю, ребята увидели на видео то, что ты беспределил, ты вымогал у меня 100 рублей, ты ломал мой дом, ты меня киллил, ты меня банил. Я тебя не киллил! Ты... Это я тебя убивал! Ты идиот, это одно и то же, придурок. Это не одно и то же! Одно и то же это вставлять письку в сраку и в жопу. Вот это как раз таки не одно и то же, дружище. Поэтому мы скидываем со скайпа тебя. Ты больше не будешь покупать владельца сервера, потому что... Да, у владельца сервера есть все права. Он может много кикать, банить, ломать, что угодно. Но ты беспределил. Так... Ты гумпа сбанил, я тебе сказал! А давай 100 рублей разбаним. Не-не-не, нету у меня денег! Ну, знакомая ситуация, что денег нет. А давай ты мне дашь 100 рублей, а я тебе дам 100 рублей.
Ты долбоёб, что ли? Ты мне дашь 100 рублей, а я тебе их и отдам. Пока, друг. Нет! Нет, ты мне больше не интересен. Разбор! Дорогие друзья, у меня прикольный был эксперимент, потому что я прикинулся обычным игроком, совершенно обычным, типа строил дом, и вы как сами убедились, меня аж даже два владельца начало мучить, один меня к себе телепортнул, убил, а другой вот так вот прям прикопался, но я ждал этого момента, вы не думайте, что я только зашел и так все произошло, я долго сидел, играл, ждал, замучился, но это произошло, я заснял и забанил его, все, было прикольно, я еще ни разу так не снимал, поэтому, дорогие друзья, ставьте лайки, очень рад, заходите на сервер, сказал пи в описании, админку получайте, смотрите, какие у нас сундучки новогодние, у нас Новый год, все будем делать под Новый год, новогодние сундучки, поэтому всех ждем здесь быстрее, все, всем, ребят, пока, спасибо за внимание, всем пока.